Чао, Джиджи. Рагацци, я не верю. Джинлуиджи Буффон на нашем канале. Большой привет всей России. Ну-ка, просыпайтесь. Почему ты продолжил? Мне позвонили из ПСЖ. Он может все. Это же Джиджи Буффон. Носил черную косуху прямо на голое тело. Не каждому голкиперу дано. Он никогда не перебарщивал с политкорректностью. Джоне, чтоб тебя. Клал этот рюкзачок на пол и танцевал рядом. Это не заразно. Анчелотти принимает решение. Мы с Луческу поговорили. И в карты играли со старичками. Ездил на маленькой веспе. Которая держалась на соплях. Лично мне было плевать. У меня нет причин на него обижаться. Матерь божья. Джиджи, как тебе живется в Парме? Ты можешь спокойно один выйти погулять по городу сейчас? Знаешь, в Парме я чувствую себя прекрасно. Я очень счастлив, что вернулся. Потому что в какой-то момент, в мае где-то, разговаривая с моим агентом, я сказал ему: «Слушай, у меня уже нет особого желания ездить по Европе и даже играть в Лиге чемпионов. Потому что в конечном счете я ищу что-то, что меня по-настоящему стимулировало бы и в чем был бы смысл». И среди предложений, которые у меня были, в том числе очень серьезных, с участием в Лиге чемпионов, единственное, которое правда рождает внутри меня особые эмоции, это идея вернуться в Парму. И поэтому я сказал, поскольку Парма позвала меня, поговори с ними и скажи, что если они все сделают как следует, то могут на меня рассчитывать. И к тому же Парма хороша тем, что она меня вырастила. Поэтому жители Пармы всегда меня любили. Они меня знают. Понятно, что в часы пик я, наверное, не смогу выйти прогуляться. Хотя, надо сказать, что сейчас масочный режим тут помогает. И иногда у меня получается наслаждаться свободой даже на публике. Но я должен сказать, что жители Пармы настолько воспитаны и уважительны, что спокойно позволили бы мне и по городу погулять. Как Джанлуиджи дал вам знать о том, что он возвращается в Парму? Я что-то прочитал об этом и позвонил ему, и он дал мне понять, что это может произойти. Люди оказали ему прием, подобающий приему блудного сына, великой суперзвезды, которая возвращается. Помню, что лично мне он сказал, я цитирую слово в слово: «Я счастлив, как ребенок». И когда он мне это сказал, я понял, что он возвращается не только по велению сердца, но и потому, что хочет добиваться успехов. И сейчас он это доказывает. Хавьер, Буффон играет в Парме, в серии Б. Это нормально для него, играть в серии Б? Да, он принял такое решение, скажем так, больше сердцем. Здесь он начал свою карьеру, и поэтому у него появилась эта романтичная идея. Не знаю, закончить ли, потому что понятия не имею, когда он вообще закончит, но поиграть еще раз за Парму. А было сложно договориться с Буффоном, с его агентом в июне, когда он закончил играть за Ювентус? Да, сначала я не мог и подумать, что это будет возможно. Но потом, когда Парма играл с Ювентусом, президент нашего клуба пообщался с ним и закинул такую идею. И когда трансферное окно только открылось, мы пообщались с ним. Мы знакомы еще со времен Юве и с его агентом. И в один прекрасный день он мне позвонил и сказал: «Погнали!» И все случилось. Недавно была история. Вы с Буффоном увиделись спустя долгие годы здесь, в Парме. Как это произошло? Вы ему позвонили, он вам написал? Нет. Он мне позвонил и сказал: «Привет, тренер. Вероятно, я перейду в Парму». Хотя мной интересовались и со мной связывались несколько команд. Думаю, Барселона, Реал Мадрид, так что... Но там ведь в этих клубах сложно. Немного играешь, немного сидишь на скамейке, то все. Хочу завершить свою карьеру здесь, в Парме. Так что я тебе говорю,
что вернусь в Парму. Но, возвращаясь назад, в тот день, когда я его увидел, я пришел вечером домой, а я всего лишь раз увидел, как он это все делает, какие-то упражнения. Я побил ему немного по воротам. И потом, когда пришел домой, сказал жене: «Сегодня мы взяли парня, который в 20 лет уже заиграет в сборной в серии А». А потом был еще эпизод на тренировке с вратарями, в том числе и теми, кто постарше, которые играли здесь, в Парме. Вот только им было сложнее понимать то, что Буффон схватывал на лету. И тогда я им сказал: «Видали, вот этот паренек в 20 лет уже заиграет в серии А из сборной. Ну-ка, просыпайтесь!» Вот что я им сказал. А он поворачивается и говорит: «Так, а до 20 лет я что буду делать?» «В молодежке будешь играть», — ответил я. А он взял, да и опередил мои прогнозы. Заиграл гораздо раньше. В общем, я понимаю, ты был уверенный в себе человек, и есть много примеров этому. Разнообразные футболки и даже футболка Супермена, который ты носил под свитером в 20 лет. Это вообще как? То есть парень ему 20 лет, а он показывает всем, что он особенный. Да, у меня была некоторая склонность к чрезмерности. Особенно в молодости, подростком, я, скажем так, многое делал на показ. У меня был очень экстравертный характер. Из-за этого я иногда перебарщивал. Бывало, что даже совершал ошибки из-за такого своего характера. Но я должен сказать, что в одном я уверен. С тех пор, как я родился, с самого детства я ни разу не чувствовал себя заурядным. И никогда не хотел жить обычной жизнью. Я всегда думал, всегда хотел делать что-то особенное. И ради самого себя, и чтобы придать смысл своему существованию. Я это вижу, играя в Парме, 43 года, ты доказываешь, что ты особенный. Да, это один из примеров. Но в конечном счете по-настоящему важно то, что ты делаешь на поле. В моем случае, в моей работе. Потому что иначе, если у таких людей, как я, не получается постоянно держать высокую планку в своей работе, их просто берут и отправляют в сумасшедший дом. Вы помните то время, когда Буффон только появился в Парме? Молодой, амбициозный, безусловно, талантливый, дерзкий. Как его приняли в команде тогда? Вот этого, можно сказать, даже выскочку. Когда Джиджи приехал в Парму, я в тот год был в Милане. Но активно общался с моими бывшими одноклубниками. И они рассказывали мне об этом пареньке из молодежного состава, очень сильном вратаре. Когда через год я вернулся в Парму и познакомился с ним, особенно на сборах, я увидел потрясающего парня. Энтузиазм, рвение, знание своей роли, каких я в 17 лет ни у кого прежде не видел. Веселый, с чувством юмора. Он казался... Ему удавалось быть мальчишкой в повседневной жизни и взрослым на поле, в игре. Я никогда не видел, чтобы кто-либо в таком возрасте так владел собой, знал, что он умеет, как Джиджи. То есть он вел себя старше своего возраста, и на этом вы как-то сошлись, потому что вы были в очень хороших отношениях в Парме, а между вами было больше 8 лет разницы. Может быть, я был старше, а в голове еще был ребенком. Может, мы как раз сошлись в этом смысле. Нет, кроме шуток, вне поля он все еще был мальчишкой, инфантильным, искренним, чистым. На поле же выглядел уже состоявшимся игроком. Он был уверен во всем, что делал. Вот в чем была сила. Вот что меня потрясло, когда я с ним познакомился, потому что, знаете, казалось, что это два разных игрока, два разных человека. Ему удавалось играть с энтузиазмом, сохраняя при этом уверенность в себе. А за пределами поля удавалось быть подростком. Это было непросто, но у него получалось.
Мы в Барселоне. За моей спиной панорама города, Монжуик и там Олимпийский стадион. Именно благодаря играм 92 Барселона полностью изменила свой облик. В конце 80-х Барселона была огромным промышленным центром. И город скорее сырился с фабриками и заводами, нежели с туризмом. Олимпиада 92 все изменила. Во время подготовки к играм власти города полностью перекроили побережье. Убрали оттуда железную дорогу, снесли промышленный объект, добавили 3 километра пляжной линии. А всего территория зеленых зон и пляжей увеличилась в городе на 78%. Так началась история преобразований, которая превратила Барселону в один из главных туристических центров мира. Уже совсем скоро стартует зимняя Олимпиада в Пекине, в городе, который станет первым принимавшим и летние, и зимние игры. А Винлайн первый, кто собрал всю информацию об Олимпиаде в одном разделе, чтобы болеть и переживать за наших спортсменов было максимально удобно. В этом разделе собраны все дисциплины, а события дня будут отображаться в хронологическом порядке, который будет происходить на самом деле, с закрепленным на главной странице актуальным медальным зачетом российской олимпийской сборной. А чтобы смотреть Олимпиаду было еще интереснее, там же можно будет делать ставки в одно касание. Причем не только на результаты отдельных соревнований, но и на то, какая сборная победит в медальном зачете. Скачиваем мобильное приложение Винлайн и наслаждаемся главным спортивным событием этой зимы. А есть любимые места в Парме? Может, какой-то ресторан, куда мы придем сегодня вечером, наша команда, и скажем, нам его порекомендовал Джиджи Буффон? Знаешь, это такой вопрос. Я в Парме уже 11-й год, включая этот. 20 лет я провел в Ювентусе и уже 11 в Парме. И когда человек так долго живет в одном городе, у него нет какого-то одного любимого места. В Парме у меня их 20. 20 ресторанов, 5 баров, скажем, 20 исторических памятников, куда можно сходить на выставку или на экскурсию. Nei quali andare o vedere una mostra oppure fare una visita. Perché alla fine Parma è. Ведь вообще-то Парма город роскошный. Dal punto di vista architettonico e storico. Очень значимый, в том числе и с точки зрения архитектуры и истории. И этому городу есть что предложить. Сандро, здравствуйте. Мы попросили вас выбрать место для нашей встречи, и вы привели нас сюда. Расскажите, почему? Я привел тебя в это место, потому что это сердце города для простых жителей. Это самый простонародный район в центре города, в старом городе. И именно сюда многие игроки приходили в свое свободное время. По большей части в карты играли со старичками. Тогда люди наслаждались городом вот так, вместе. Это было чудесное время, потому что, как ты знаешь, это была эпоха кубков, больших побед. Но люди здесь наслаждались этими триумфами иначе. И сюда приходил, особенно Асприлия, он здесь рядом жил, практически не выходил отсюда. А с ним Джиджи Аполлони, Джиджи Буффон. И все они встречались здесь в свое свободное время. Ты же знаешь, у футболистов, особенно по утрам после обеда, есть пара-тройка лишних часов. Сейчас есть видеоигры, соцсети, а тогда ничего не было. Они сидели здесь, болтали с людьми, это была возможность пожить обычной жизнью, даже будучи суперзвездами. Какая самая популярная карточная игра, и насколько хорош в картах Буффон? Играли только в Брискалу. Кто бы ни приходил сюда играть, играл в Брискалу. Это такая игра с так называемой колодой из Пьяченцы, то есть, опять-таки, из области Эмилия. В эту игру играют четвером, парами. Партия длится минуту, а спорят они потом полчаса. А каким был молодой Буффон для журналистов, для людей, которые сюда приходили и с ним виделись? Он ездил здесь на мопеде, играл в карты, допоздна сидел с друзьями. У нас складывается такой имидж молодого повесы, человека, который жил беззаботной социальной жизнью. Это так? Он был человеком с предначертанной спортивной судьбой, который наслаждался своей юностью.
предначертанный, потому что у него был великий тренер Фульгони, но вообще, разумеется, его мастерство, его сила проявились во всю мощь, так что он, особенно в то время, мог позволить себе что угодно. Мог позволить себе ходить по городу с банданой на голове. Позволить себе все то, что обычно мог позволить себе здесь паренек 18 лет. Только возможностей у него было больше, и заработок выше, ввиду его профессии. Но уже тогда его сила, его зрелость, его открытость были связаны с его скромностью. Каких бы результатов он ни добивался. Здесь, в городе, он был обычным жителем Пармы. И в конечном счете его возвращение в Парму свидетельствует об этом. Но если ты такой открытый и в то же время публичный человек, ты когда-нибудь рано или поздно нарвешься на скандал. И журналисты, как вы, этому должны, по идее, поспособствовать. Нет, здесь, в городе, нет. Потому что к нему было много внимания, и к тому же, по-моему, он жил себе своей жизнью. У него, пожалуй, проблем было больше потом, когда он перешел в Ювентус, но по другим причинам. Крупных скандалов я не помню. К тому же ему повезло, потому что здесь был Асприлия. Он-то был королем скандала. Так что все софиты были обращены на него. В Парме его слишком любили, слишком знали. А город-то здесь небольшой. Если ты знаменит и делаешь что-то здесь, через 30 секунд, без соцсетей, без всех этих штук, без видео, об этом уже знают на другом конце города. И я помню, что приводил его на дискотеку. Он заходил с рюкзачком, как подросток. Клал этот рюкзачок на пол и танцевал рядом. А я ему говорил: «Ты рюкзачок-то можешь у столиков оставить. Нет нужды за ним приглядывать. Никто не украдет». Но он все еще вел себя в таких ситуациях, как ребенок, что совершенно естественно. Танцевал-то хорошо? В воротах стоял лучше. За моей спиной один из самых известных пятизвездочных отелей Барселоны «София». Он находится всего в 5 минутах ходьбы от Камп Ноу. «София» — очень футбольное место. В лобби этого отеля часто проходят переговоры боссов Барселоны с агентами, представителями разных клубов, и решаются судьбы трансферов. В 2014 году я даже случайно оказался свидетелем подобных переговоров. Легенда Барса, на тот момент уже спортивный директор Манчестер Сити Чики Бейгельштайн, договаривался в этом отеле о трансфере Сеска Фабрегаса. Правда, Сеск все же выбрал Челси. Я очень люблю приезжать в Барселону в любое время года. Комфортная погода, потрясающая кухня, архитектура Гауди. В городе всегда есть чем заняться. Ну а вопрос, где остановиться, всегда решаю с помощью мобильного приложения One2Three. У них огромный выбор отелей по специально приятным ценам после покупки авиа- или ЖД-билетов. Я оплачиваю заказы их тревел-картой и всегда получаю кэшбэк аж до 15% за каждый заказ, который потом трачу на следующие поездки. Выпустить виртуальную карту One2Three можно в мобильном приложении всего за одну минуту, и обслуживается она абсолютно бесплатно. Переходим, оформляем и путешествуем с максимальной выгодой. Джиджи, давай вспомним твой первый матч и твой сон. Ты ехал на игру против Милана и, говорят, спал 10 минут. Это было что? Железные нервы или борьба со стрессом? Это, конечно, было... Да, я помню этот день. Это было спокойствие. В том смысле, что я был уверен в своих способностях. И заодно способ вселить уверенность в товарищей по команде. Потому что, вообще-то, мне было всего 17 лет. И они наверняка имели все основания беспокоиться за меня, зная, что мне предстоит играть в таком важном матче. Но мое воспоминание от того дня — это огромное счастье, которое я ощущал. Мощный заряд энергии, потому что я испытывал воодушевление человека, который говорил: «Сейчас я могу показать миру, что существует Буффон». Да, это сущая правда. Потому что некоторые игроки, ветераны, скажем так, были слегка обеспокоены этим решением тренера. Да и сам тренер не был на 100% в нем уверен. И это ощущалось. Я помню, что в автобусе Джиджи сказал мне:
Не понимаю, почему вы все так боитесь? Давайте так. Будем надеяться, что в пользу Милана сразу поставят пенальти. Бить будет Роберто Баджо. Я его отобью, и вы все успокоитесь. Я посмотрел на него и сказал: «Ты ненормальный». Но это еще один эпизод, в котором он проявил эту свою уверенность. Кроме того, перед матчем он курил, играл в карты. Казалось, ему товарищеский матч предстоит. Это не было похоже на дебют серии А, 17 лет против великого Милана. Со стороны казалось, что он пришел на товарищеский матч. Так он был в себе уверен. Курил. То есть не потому, что ему 17 лет, а футболист курил, это было нормально. Да, Джиджи пару сигарет выкуривал. Немного, но так, покуривал. Есть игроки, которые курят. Но, наверное, по 2-3-4 сигареты в день. Джиджи всегда немного курил. А как ты провел тот вечер после матча с Миланом? Я помню, что был ужасно счастлив. И мне кажется, не спал ту ночь после матча. Из-за эмоций и от радости, что сдал такой важный экзамен. Потому что это был не только мой первый матч, но и очень важный матч для Пармы. Потому что в то время мы делили первое место в таблице с Миланом. А Милан был командой самых что ни на есть суперзвезд. Так что это был не только очень значимый матч для меня. Это была игра, от которой много зависело в чемпионате. Я хорошо это помню, потому что это было в ноябре. Мне было 9 лет. В том году отец впервые купил мне абонемент на стадион Пармы. И это одно из моих первых воспоминаний о футболе, которое в то же время связано с моими отношениями с отцом. Мы заходим на стадион, слышим, как объявляют составы, и услышали имя Буффона. Мы знали, что основным вратарем тогда был Лука Буччи, и у него была травма. Все ожидали, что будет играть второй вратарь, Ниста. И тут мы вдруг слышим это имя, еще никому неизвестное. Мы знали, что это игрок из молодежки. И я помню, что мы с отцом обменялись репликами вроде: «Наверное, что-то случилось со вторым вратарем, может, простудился, может, какие-то проблемы в последний момент». Так что для меня Буффон — важная часть моего детства. Я стоял в воротах, когда играл в футбол. И, конечно, для мальчика, который рос в те годы, когда Буффон был сильнейшим вратарем мира и сделал Парму одной из лучших команд мира. В общем, он был настоящей легендой. Лука, вы в Парме с 15 лет, Джан-Луиджи Буффон тоже в довольно молодом возрасте попал в Парму и в молодом возрасте дебютировал. Когда вы поняли, что у вас появился серьезный конкурент? Как только ты видел Джиджи, сразу понимал, что у него чистый талант. Так что с самого начала стало ясно, что перед нами вратарь с будущим высочайшего уровня. Представить себе, что он станет настолько сильным вратарем, было непросто, потому что роль голкипера очень сложна. Иногда ты выдаешь идеальный матч в идеальный момент, а иногда провальный матч в момент, который должен был стать идеальным. Поэтому, чтобы поймать мгновение, нужна еще и удача. Но Джиджи с самого начала показал, что он вратарь с огромными перспективами, с великим будущим. Как получилось, что Анчелотти принимает решение, что теперь наш главный вратарь – молодой Буффон? Во-первых, годом раньше, при Скале, мы сидели на трибуне с Векки, тренером вратаря Анчелотти. Играли с Наполи. Кончается первый тайм. Ничего особенного мы не заметили. Игроки выходят на поле. А Буччи-то нет. Буччи нет. И через 2-3 минуты мы видим, что Буффон на скамейке снимает футболку и выходит в ворота. Это еще при Скале было. И я тогда Веке говорю:
Вот сейчас-то ты увидишь, что это за вратарь. С Наполи он отыграл потрясающе, такое творил, так уверенно. На выходах взлетал высоко, брал мяч одной рукой, опускал его. А, веки мне. Да, но Буччи, если я с ним поработаю, поглядим еще в следующем году, что как. На этом эпизод и закончился. И вот Анчелотти подходит ко мне и говорит: «Фульго», он так меня называл, «если я решу поставить Джиджи, ты что скажешь?» И я сказал: «Поставить Джиджи? Дальше без него никак». И он действительно поставил и прописал его в основе. На самом деле они дождались момента, чтобы отодвинуть меня в сторонку. И мне пришлось терпеть не самое приятное отношение к себе. Но ведь Парма дорога мне. Я пришел сюда в молодости. Я принимал карьерные решения не уходить, оставаться в Парме. Но потом, разумеется, стало очевидным, что вариантов нет. Конечно, Буффон — феноменальное явление. А я нет. Я был вратарем, который вызывался в сборную, но футбольным феноменом не был. Но, безусловно, кое-кто нехорошо поступил по отношению ко мне. Лука, а как вы общались с Буффоном? В некоторых командах вратари, несмотря на конкуренцию, лучшие друзья. В некоторых, наоборот, там прям чувствуется напряжение. Как у вас было? С Джиджи у меня по сей день отличные отношения. У нас были отличные отношения как до, так и после. У меня нет причин на него обижаться. Я признаю, и я всегда говорил, он феноменален. Я — нет. Я это признаю, я не дурак. И то, что были другие люди, которые плохо со мной обошлись, не означает, что у нас с ним не может быть прекрасных отношений. Я всегда оценил его как вратаря. И он очень много сделал для футбола. Не только итальянского, мирового. Ты всегда оказался бесстрашным. Я помню историю, Андреа Пирло говорил, что во время серии пенальти против Франции на чемпионате мира, когда он шел к точке, он искал твой взгляд, чтобы получить уверенность перед ударом своим. А когда страх побеждал тебя, были такие случаи? Да, бывают такие ситуации и в жизни, и в спорте, в моей работе, когда страх и напряжение пытаются тебя одолеть и подавить. Но должен сказать, я всегда придерживаюсь мысли, что иногда бояться бывает даже полезно. Потому что страх держит тебя в форме и стимулирует твое внимание. Но лучшее, что можно сделать, это все-таки суметь найти храбрость, преодолеть свой страх. И в этом смысле, думаю, я всегда был особенным. Джиджи, очень важная тема — это ментальное состояние футболиста, и об этом много говорят в последнее время. Известная история, что ты тоже об этом думал, у тебя тоже были проблемы, и, насколько я помню, одна из ключевых ролей в «Победе над депрессией» была у творчества Марка Шагала. Это правда? Именно он во многом изменил твою жизнь? Да. Да, был момент. Это был конец 2003-го, начало 2004-го, 17-18 лет назад. И в это время из-за ряда обстоятельств я как-то слегка утратил свою собственную природу, свой нрав, свое отношение к жизни через мечту. И я, скажем так, превращался в обычного человека и начинал немного скучать. А такой человек, как я, не может позволить себе такого рода ситуацию.
Помню, что я провел где-то 6-7 неприятных месяцев. В это время мне пришлось столкнуться с рядом препятствий и сложностей. Но и этот случай стал для меня вызовом. Потому что был момент, я помню, когда врачи даже рекомендовали мне подумать, не воспользоваться ли лекарствами. И я помню, что именно в тот момент я сказал себе: «Нет, я не могу». Сказал себе: «Джиджи, ты не можешь, потому что ты не можешь становиться зависимым от чего-то. Ты должен найти способы силы, чтобы выйти из этой ситуации сам, выбраться с помощью своей головы, своего характера, своего воображения». И это, мне кажется, был первый шаг к выздоровлению. А вторым стало как раз то, что в то время в Турине была прекрасная выставка Шагала. Я знал его только по имени, но не особенно хорошо был знаком с его работами. И я помню, что когда я вошел в музей посмотреть на него, я увидел эту картину, которая мне до смерти понравилась. Это была прогулка Шагала. Это была почти юношеская картина, потому что на ней стоящий человек, державший за руку свою возлюбленную, которая была на небе. И в этой картине, мне показалось, в тот момент был смысл всего. То, что я искал, и то, чем я в конечном счете был. Снова обрести какое-то легкомыслие, какую-то мечту. Онирическую действительность, где все как во сне, которые помогли бы мне выйти из долгих месяцев темноты и вернуться к жизни. Ты сказал про мечту, и, как я слышал, одна из причин твоей депрессии было то, что Джанлуиджи Буффон потерял мотивацию. Он уже, возможно, лучший вратарь мира, он выигрывает кубки, трофеи, и, как я читал, Буффон просто не знал, чего он хочет. И сейчас, получается, ты подтверждаешь эту теорию. Или все же нет? Да, мечтать очень важно. Сейчас я много о чем мечтаю. У меня полно целей. И я чувствую себя, скажем так, зрелым. Я чувствую ментальную зрелость, ментальную устойчивость и физические силы для того, чтобы осуществить эти мечты. Потому что вообще-то такого психофизического состояния, как сейчас, у меня, возможно, не было даже 15 лет назад. И это для меня очень важно. Скажи мне кто, что через 2-3-4 года я выиграю Лигу чемпионов с Пармой и чемпионат мира с Италией, я бы не удивился. И я бы сказал, это обычное дело. А были случаи, когда, видя молодых футболистов, у которых проблемы, может быть, с ментальностью, есть депрессия, ты им рекомендовал, например, Шагала? И ту свою историю рассказывал? Знаешь, в чем настоящая проблема? В том, что те, кто страдает от определенных, скажем так, заболеваний, опасаются рассказывать о них. И держат их внутри. Потому что чувствуют себя как будто виноватыми. И это, по-моему, огромная ошибка, которую совершают люди. Потому что, вообще-то, это похоже на ситуацию, когда человек серьезно заболевает, ты видишь, как он закрывается, перестает разговаривать с окружающими. Но я не понимаю, почему. Это ведь не заразно. Серьезная болезнь или депрессия — это не заразно. Поэтому, мне кажется, еще одна положительная сторона, которая была в моем случае, то, что я много обсуждал это с семьей, с друзьями, и пытался вместе с ними найти подходящее решение, чтобы выбраться из этой ситуации. Потому что мне казалось очень по-человечески естественным показывать какие-то хрупкие стороны, которые бывают у человека. Мне кажется, это совершенно обычное дело. Джиджи, в России тоже много футболистов талантливых, которые нестабильны. И у них тоже есть разные проблемы и разный выход этих проблем. Мы, когда ехали к тебе, мы решили записать вопросы от разных российских вратарей,
потому что ты великий вратарь, и в России большая вратарская школа. И есть такой вратарь Матвей Сафонов. Он вратарь Краснодара и сборной России. И он специально для тебя подготовил вопрос, который, возможно, будет очень... ответ который, на который будет очень важным для него. Давай посмотрим. Хорошо. Okay. С большим удовольствием. Джамейджи, привет. Меня зовут Матвей Сафонов. Я хочу задать вопрос о психологическом состоянии вратаря. Возможно ли идти от матча к матчу на протяжении всей карьеры с максимальным настроем и самоотдачей? А также хочу узнать, как справляться с выгоранием после эмоциональных и насыщенных матчей? Спасибо. Ну, мне кажется, здесь похоже. Выгорание, депрессия. Ну, я думаю, что и у нас, у людей, есть определенные ограничения. И это неизбежно. И если я оказываюсь в ситуации, когда, скажем, за неделю надо сыграть 2-3 очень важных матча, естественно, что очень сложно подходить к ним одинаково с точки зрения нервного напряжения. И поэтому, вероятно, к первому матчу ты подойдешь с полным баком эмоций, на 100%. Ко второму, разумеется, чуть поменьше. А в третьем происходит вот что. Если я замечаю, что отключаюсь от матча, потому что не чувствую нужной нервной энергии, то я немедленно переключаюсь на идею энтузиазма. Я начинаю придумывать у себя в голове что-то фантастическое, выдуманное, что способно стимулировать меня и придать мне энергию. И это позволяет мне играть этот матч наилучшим образом. Благодаря этому у меня получается воссоздавать и подпитывать изнутри ту энергию, которая нужна, чтобы быть в игре. Я думаю, Матвей Сафон будет доволен этим ответом, и он ему поможет. Джиджи, мы уже поняли, что искусство тебе не чуждо, и история с Марком Шагалом это подтверждает. Ну, я уже говорил, что ты очень любим в России. И мы решили совместить искусство, любовь к России и вообще твой образ. И мы привезли подарок для тебя из России. Хотим тебе подарить. В России все знают, ну, и это важная история, что ты первый матч сборной Италии провел в Москве. На стадионе «Динамо». Было очень холодно, снег. Но при этом Буффон играл на «Динамо» первый матч сборной Италии. И мы решили сделать подарок тебе. Это ты в молодости. Очень много лет назад. Как здорово! Спасибо! Наша подруга Полина нарисовала картину эту, и я думаю, что тебе она понравится. Молодой Буффон? Замечательно! Точь-в-точь, как фотография. Потому что фотографию я помню, она у меня и дома есть. Очень похоже. Полина молодец. И я должен сказать, что это, вероятно, был единственный матч в моей жизни, в котором я вообще не хотел играть. А я знаю историю про это. Потому что я читал и слышал, что когда получил травму вратарь сборной Италии, Мальдини, Чезаре Мальдини, отправил тебя разминаться, хотел отправить. Но ты не хотел выйти на поле, потому что то ли было холодно, то ли ты боялся. Что это было? Да, да, я помню. Помню, что Палиука получил травму. С Кончельскисом столкнулся, если я не ошибаюсь. А я к тому моменту уже 25 минут сидел на скамейке. А тогда было совсем другое время, скамейки не были крытые, и было очень холодно, морозно, шел снег, дождь. Погода стояла поистине бессовестная. И когда мне сказали выходить, Мальдини посмотрел на меня и сказал: «Разминайся». Я посмотрел на него и ответил: «Зачем мне разминаться? Сейчас минус 18 градусов, мне через 20 секунд выходить на поле. Какой смысл разминаться?» Я помню, что и в тот раз я вышел на поле, прибегая к той самой единственной вещи, которая могла меня как-то встряхнуть и стимулировать. А именно к безумному жесту. Quindi da seduto
И я помню, что я, сидя одним движением, снял тренировочный костюм и сказал: «Погнали, я готов». Разбежался, гримасничая на бегу, и кто-то из моих партнеров рассмеялся, глядя на это. Ну а сам я так заводил себя. Это был способ войти в игру чуть более разогретым и более заряженным. Джиджи, но мне кажется, есть и приятные, теплые воспоминания о Москве. Это май и победа в Кубке УЕФА. Твой трофей с Пармой. Где свитер или перчатки с того матча? Понятия не имею. Потому что, да, в Москве мы выиграли Кубок УЕФА с Пармой у Марселя. Я помню, это был прекрасный вечер. Но особенно, когда ты молодой, ты не придаешь этому особого значения. Майкам, перчаткам, которые, быть может, будут дорого стоить в будущем, могут быть свидетельством важного этапа в твоей карьере. Так что я понятия не имею, где тот свитер. Только в последние годы я начал оставлять себе важные для моей карьеры свитеры. Но еще 3-4 года назад у меня вообще не было большой коллекции. Ведь все эти предметы неизбежно грозят поработить тебя. У тебя могут их украсть. Ты можешь их потерять, и это приведет тебя в смятение. Поэтому я себя чувствую крайне свободным человеком. Не хочу оказаться в каком бы то ни было рабстве. Но я знаю, что первую футболку в матче сборной Италии с того самого матча «Динамо» ты подарил Авио Минкони. Это тренер твоей первой команды в «Карраре». Да. Кто из вас верил больше то, что ты сыграешь в сборной Италии? Вообще, кто из твоего детства верил больше? Тренер, ты сам, родители? Ну, из нас двоих, думаю, никто не верил. Потому что, честно говоря, подумать, что в 12 лет ты начинаешь играть в воротах, через 5 лет будешь играть в серии А, а через 7 уже в сборной, думаю, что это нечто за пределами мечты и воображения, присущего обычному человеку. Но я думаю, что кто-то в моем семейном окружении или среди специалистов, которые со мной работали, кто-то все-таки верил и думал, что я могу сделать что-то необычное в своей карьере. Возможно, первым из всех был мой отец, который разглядел во мне определенные качества. Но я должен сказать, что при этом он был тем человеком, который меньше всех меня хвалил. Он всегда старался показать мне мои недостатки, пытаясь, наверное, как-то меня мотивировать, чтобы я рос и развивался. Недаром один его комплимент за сезон был для меня просто необыкновенным событием. И, разумеется, в противовес ему, моя мать всегда была ко мне нежнее, ласковее и вела себя более покровительственно, как все матери. Думаю, что таким образом мои родители хорошо друг друга уравновешивали в своих ролях, отцовской и материнской. Десятый год. Буффон в Ювентусе. Белла каза. Мистер. Fatto tutti i mobili io qua. Sì? Va bene. E questo? Gigi. Gigi. Questo è importante, quello che lui dice a chi ha scritto il libro. Questo. Wow. Io avrò 4 anni qui. E papà Буффон. Sì. Tu io. Я расскажу большую тайну, или это не тайна, Лёва мой учитель итальянского.
И когда мы учили итальянский, во время это была пандемия, по Zoom, он мне рассказал, что в Эмилио-Романе самые, как там было, приветливые люди. Самые щедрые, самые гостеприимные. И на одном из уроков, собственно, была история, как турист приезжает в Болонью тогда, и его приглашают домой на тортеллини как раз-таки. И вы не поверите, мы сейчас приехали в гости к первому тренеру Буффона, Парме. И тоже на тортеллини. Теми же самыми словами он сказал, моя жена готовит тортеллини. Отлично, попробуем обязательно. Ну, правда, на столе водка. Это не от нашего дорогого хозяина, это наша история. А, маджаре. Черто маджаре. А, да? А что мы пьем, Лёва, расскажи. Мы пьем ламбруско бьянко, россо. Всегда россо. Красное ламбруско, традиционное игристое вино из региона. Класс. То есть у нас еда традиционная местная и вино. Конечно. Тут ее столько, что в общем нет смысла есть что-то еще. Это все. О, шарнитель, я. Шарнитель, да? Да, накладывайте. В общем, это мы удачно зашли, да, получается? Люби, как всегда, по твоей традиции, есть вкусненький алкоголь и немножко еды. Как ты любишь? Эко мисо, но? Ты куда вино наливаешь? Ты куда вино наливаешь? Ты куда вино наливаешь? Это не для вина, дорогой. Я знаю. Я уже тупил, когда налил. Мистер, сколько лет вы знакомы с Буффоном? Буффону было примерно 13 лет, когда я его впервые увидел. Он приезжал сюда на просмотр, в Парму. Милан имел первоочередное право его забрать. Потом Милан отказался. И приехали двое агентов, которые рассказали о возможности просмотреть этого парня. Мы сказали, что готовы, и он приехал сюда. Ему было где-то 13 лет. Вы его перехватили у Болоньи. Как это случилось? Как это произошло? Он пробовался в Болоньи, а еще в Модене, и еще в последний раз в Милане. Но все это были команды серии А. Однако никто им не заинтересовался. По-моему, они слишком ограниченно сосредоточились на его внешности и не присмотрелись, как он работает на тренировках. А что было не так с внешним видом Буффона? По-моему, они слишком много внимания обратили на то, как он выглядел. Ну, не то, чтобы в его внешности было что-то... Но он был такой дылдой немножко, слегка сгорбленным, согнутым, ходил гусиным таким шагом. Короче, на первый взгляд, он не выглядел спортсменом. Вот так это будет правильнее. Но он был еще совсем мал, и недаром позднее, когда подрос, он изменился. Давайте вспомним. Вы тренируете Буффона. Ваши первые впечатления. Что в нем было самое сильное? В тот день мне еще, наверное, повезло, потому что на просмотре был еще один парень. Он из Турина приехал. Буффон 78-го, а тот парень был 75-го года рождения, так что он был старше Буффона года на три. Я немного с ними поговорил, а потом поставил ворота и начал бить им. А дальше было что-то непонятное, потому что парню, вот что постарше, я как не ударю, почти всегда забиваю. А потом ставлю Буффона. И оказывается, что, о, поди, забей ему. И вот только в самый уголок, только в девяточку кладу, и вот тогда забиваю. Ну, я не понимал, ну, как так происходит? Мне казалось, ну, Буффон-то вроде бы молодой. Я потише бью, да? Поменял я что-то, поставил второго парня, потом опять Буффона. В общем, 3-4 раза их менял, и в конце стало мне ясно. Буффон-то берет, и берет все, а тот другой нет. А поскольку у него было 3 года преимущества, я сказал, ну, с этим все ясно. Ты сказал про свою молодость. А по каким эпизодам ты скучаешь больше всего? Мне кажется, возможно, это выезды за любимую команду, как тифози. Да, честно говоря, это была часть моей юности. Очень важная часть. И очень многому меня научившая, как мне кажется.
Как и интернат, когда я приехал в Парму, как и контакты со всеми остальными ребятами, когда ты играешь в молодежке, и у тебя с ними общее пространство, время, работа. И ты постоянно подстраиваешь свой характер под разные ситуации, чтобы пользоваться тем уважением, которое ты стремишься получить у других людей. Поэтому я думаю, что весь тот опыт, который у меня был в интернате, в фанатской субкультуре, в клубе с другими ребятами, все это привело к тому, что у меня выработалась уверенность в разных ситуациях. То есть я понимаю, что могу поехать хоть в Бронкс или, например, в Ватикан и чувствовать себя комфортно со всеми. И я знаю, что, скорее всего, со мной не случится ничего неприятного. И там не будет ничего настолько прекрасного, что сильно меня растрогает. Потому что мне кажется, что я могу пережить любого рода ситуацию без проблем. У Буффона был непростой характер в молодости. Он часто выезжал как ультрас на матчи команды Карарезе. Как вы реагировали? Нет, здесь, по правде говоря, он прекрасно себя вел. Да, он ездил с парнями на фанатский сектор, но я ни разу не слышал, чтобы кто-то жаловался, что он что-то там вытворял. Он был очень яркой личностью. Я даже и не помню, что ругал его когда-нибудь за что-то. Он был человеком, который уважал правила, жил в интернате, так что, ну, с другой стороны... Это ведь тоже признак яркой личности. Мы ведь хотим ребят с ярким характером, а когда они ведут себя в соответствии с этим характером, ну, я имею в виду вещи, которые, так скажем, не выходят за определенные рамки, если они показывают, что у них есть характер, мы потом жалуемся, что, мол, вот, больно, они какие-то яркие. Есть один случай, ты ездил в Болонью, как тифози, уже действующий игрок, ездил за команду Карарезе в Болонью и перепутал трибуны. И там тебя атаковали болельщики Болоньи. Как ты спасся? Но не совсем так было дело. Я помню, что в воскресенье я был в Парме, и у нас не было игры. А Карарезе играла в Болонье. И я решил поехать на матч Карарезе. Пошел на вокзал, но до Болоньи почти не было поездов. Была забастовка. Только один был. Он, кажется, ехал в Лечче, не помню, или в Бари. В Лечче, думаю. И он останавливается в Болоньи. Я помню, что я сел в поезд, закрылся в туалете, потому что я был молод, денег на билет у меня не было. Я проехал всю дорогу, сколько там, час или час десять, в туалете. Когда приехали в Болонью, я вышел. У меня был с собой рюкзак с баннером, помню, и я пошел к стадиону. Помню, что тогда носил черную косуху прямо на голое тело. И пока я шел к стадиону, совершенно не зная улиц Болоньи, я вдруг заметил, что пришел прямо к чужому фанатскому сектору. В этот момент немножко не испугаться нельзя, потому что у меня в рюкзаке был баннер. К счастью, я выглядел обычным болельщиком. Но обычно болельщики друг друга более-менее знают. На фанатской трибуне все лица знакомы, там обычно известно, кто есть кто. И тогда я попытался смешаться с толпой и держаться чуть отстраненно от группы фанатов, которые там были, чтобы остаться незамеченным. И вот пока я так проходил мимо них, сердце действительно колотилось. Потому что, во-первых, мне было очень жалко остаться без баннера. А во-вторых, в такой ситуации, в принципе, не знаешь, что может случиться. В общем, в итоге мне удалось пройти незамеченным. И так, пройдя еще минут 10, я сумел дойти до сектора болельщиков Карарезе.
И там уже расслабился. Но эти 10 минут были, скажем так, очень напряженные и тревожные. Сейчас можно представить, что Буфон может поехать на матч Крорезе как ультрас? Вот буквально в следующем году. Конечно, когда у человека есть страсть, даже если она слабеет, она остается. И это нечто, что ты принесешь через всю свою жизнь до смерти. Я родился в Карраре. И для нас, ребят, Карарезе была важным жизненным ориентиром. К тому же, в Карраре были славные времена, когда у нас были очень сильные тренеры. Такие как Марчелло Липпи, например, Симони, как Орико. Мы играли в Кубке Италии против Милана, против Ювентуса. Так что были годы, когда Карарезе в несколько удрученном городе по-настоящему воодушевлял и тянул на себе все общество. Я тоже неизбежно оказался вовлечен и с удовольствием отдался этой страсти. Но правда и в том, что в жизни у меня было много разного опыта. Изначально я симпатизировал Дженуа. И, разумеется, Карарезе. Потом я приехал в Парму, и Парма, естественно, заняла место в моем сердце. Парма и ее болельщики навсегда, до моей смерти, будут еще одной моей страстью. Потом 20 лет в Ювентусе, и там тоже, с миром Юве, с болельщиками, с окружением, у меня тоже возникла сильная связь. Так что для меня и Ювентус со своими тифози тоже останется чем-то необыкновенным до конца моих дней. Поэтому мне нравится, что, хотя какое-то соперничество между этими клубами и фанатами может иметь место, мне нравится, что я могу всех любить и ко всем испытывать одинаково нежные чувства. В 13 лет Джан-Луиджи Буффон уехал за своей футбольной мечтой из Каррары в Парму, а мы проследовали в обратном направлении. Буффон никогда не играл за местную команду на профессиональном уровне, но здесь он начинал, и именно сюда, на площадь за моей спиной, он привез в 2006 году Кубок мира. Мы приехали не любоваться центром города, достопримечательностями, которых здесь, откровенно говоря, мало, а навестить футбольную школу Пертиката. Именно тут Джан-Луиджи Буффон делал свои первые футбольные шаги. Нам сказали, что это место не сильно изменилось с тех пор, как здесь занимался Джан-Луиджи Буффон. Вообще, по общему антуражу в это охотно верится. Давайте зайдем в раздевалку. Ну да, 90-е просто полным ходом. Во-первых, здесь не развернуться нигде. Во-вторых, обращаем внимание на детали. Скамейки, то ли из гранита, то ли из мрамора. Мне кажется, зимой здесь прохладно на них сидеть. Вот пол нам подсказали. Пол так уж точно остался таким же и не менялся все эти 20 с лишним лет. Аскетично и очень атмосферно. Здесь за нами поле Пертикаты, каррарского клуба, в котором Джан-Луиджи Буффон делал свои первые шаги, когда был совсем маленьким. Когда он играл здесь с нами, он еще не был вратарем. Играл в поле полузащитником. У него уже было выдающееся телосложение, и его приметили серьезные клубы на итальянском уровне. В его отношении даже говорили о возможном переходе в Интер. Потом еще у нас он принял решение поменять позицию, поскольку у нас вратарей было достаточно, перебрался в соседний клуб, который называется Бонаскола. Он, к сожалению, уже несколько лет как закрылся. Достаточно сказать, что когда он туда пришел, он даже не был вратарем основы. Потом осмелел, набрался силы, проявил свои качества и спустя 2 года уже оказался в Парме. Он прошел этот путь очень быстро и сразу оказался в профессиональном спорте. А остальное — уже история. Он продолжает играть, продолжает бить всевозможные рекорды, и все называют его лучшим вратарем в истории футбола. Мы очень им гордимся. И иногда я думаю, как выглядела бы его карьера, если бы он играл в поле, а не в воротах. Потому что когда у человека такой талант,
Он на все способен. Насколько мы знаем, Джан-Луиджи не единственная звезда, может быть, самая масштабная, но и не единственная, которую воспитала школа Пертиката. Федерико Бернардески, он же тоже отсюда. Да, Федерико тоже играл здесь. Он, разумеется, гораздо моложе, так что и воспоминания о нем у нас гораздо более свежие. Этим летом, после победы на чемпионате Европы, он даже решил приехать сюда со своими друзьями вместе с нами отпраздновать победу. Мы можем считать, что нам повезло. У нас был чемпион мира и чемпион Европы. Оба играли за сборную. Два потрясающих парня. У Федерико тоже невероятный талант. Когда он уехал отсюда совсем юным, в 9 лет, он уже вытворял неописуемые вещи с мячом. И они ведь даже встретились в Ювентусе. И для нас это повод для огромной гордости. Джан-Луиджи был совладельцем местного клуба. Как долго эта история тянулась, чем она закончилась, и почему в итоге не сложилась такая совсем красивая история, что Джан-Луиджи бы выкупил клуб и вывел его с низов наверх, что этому помешало? Давай так. То, что я тебе говорю, это мое представление, потому что как на самом деле все было, знают только они. Точно могу сказать, что болельщики из Карары мечтают видеть свою команду в серии «Б». И когда у нас появилась перспектива Буффона-президента, все мы были очень воодушевлены. Думали, как ты и говоришь, что у нас появилась возможность быстро подняться на несколько уровней и попасть в серию «Б». Но, к сожалению, футбол — непростое дело. Это не точная наука, и не всегда, даже подключая таких людей, как он, а он великая футбольная фигура, ты получаешь возможность сразу подняться на несколько уровней. В общем, этот проект сошел на нет. Не увенчался успехом. Дело дошло даже до банкротства. Это такой черный этап истории Караресы, но мне кажется, Джан-Луиджи не виноват в том, что довел Караресы до банкротства. Это был ряд обстоятельств, который привел к такому финалу. Очень неожиданный и немного странный итог посещения школы Пертиката. Стефано очень осторожничал на камеру, но за пределами съемок он нам рассказал, что некоторые болельщики Караресы даже обижены на Джан-Луиджи Буффона, потому что его приход обещал великое будущее. Команда могла подняться в серию «Б», в серию «А». В перспективе он мог пригласить новых футболистов. В общем, все жили большой мечтой. А в итоге их ожидания оказались обмануты, потому что впервые в своей истории, именно при Джан-Луиджи Буффоне, при его президентстве, Караресы обанкротился. И Стефано даже нам намекнул, что если мы захотим пообщаться с какими-нибудь радикальными фанатами Караресы, то не все отзовутся о Джан-Луиджи Буффоне хорошо. Вот так вот получается, что он когда-то сам был ультрас Караресы, а теперь попал в такую ситуацию, когда, ну, не все, прямо скажем, относятся к нему однозначно. Мир, как мы знаем, тесен, но вы не можете даже представить, насколько тесен город Каррара. Мы совершенно случайно встречаем людей, которые играли против Джан-Луиджи Буффона еще в то время, когда он был далек от того, чтобы играть в воротах. Ребята, каково это было играть против Джан-Луиджи Буффона, который был полузащитником? Он был хорош, очень хорош, и в центре поля. Я играл с ним в финале чемпионата провинции Ла Специи. Он играл за Каналетто. Был младше нас на 2 года, но даже забил нам гол в финале. Так что в центре поля он тоже отлично играл. Я помню его, например, по турниру школ, в средней школе. У него был 8-й номер, он играл за школу Тольерчо, а я за школу Буонаротти. И он был полузащитником. А потом его отец, учитель физкультуры, стал тренировать его каждый день, чтобы сделать из него вратаря. Водил его на школьные поля в приморской части города и там тренировал. Потом он сыграл турнир в Маэстрелле в Массе, где играл в воротах. И на том турнире он отбил несколько пенальти. Его заметила Парма и взяла его вратарем. А несколько лет спустя я снова играл против него, потому что я играл в Специи, на уровне молодежных команд до 17 лет. А он за Парму, и уже был очень хорош, ведь я был старше на 2 года, но он уже выступал на том же уровне, что и я, до 17 лет, а должен был до 15. Нам сказали, и это нас очень сильно поразило, то, что к Буффону здесь, в Карраре, неоднозначное отношение из-за его истории владения клубом. Мол, никогда в Карраре не было таких плохих времен, как при Буффоне, потому что клуб впервые обанкротился. И болельщики сейчас даже держат на него обиду. Это так? Но я думаю, что здесь, в Карраре,
имеет место культурное невежество. Потому что здесь, в Карраре, есть хозяева белого золота, хозяева карьеров, а есть народ. Поэтому знаменитый человек, который добился успеха, такой как Джиджи, который заработал много денег, здесь, в Карраре, такому трудно, потому что сохраняется все та же традиция – хозяева и народ. И когда он приехал сюда, это как раз был сюжет из этой серии. Тем более потому, что затем, к несчастью, у карарезов в тот период не случилось футбольных успехов. Несмотря на то, что когда он сюда приехал, он построил новые поля, вложил деньги, был проект строительства стадиона. Но все это в конечном счете оказалось невозможно воплотить в жизнь. Это просто не укладывается в голове. Италия такая больная футболом страна, и мне кажется, что в таком городе, как Каррара, Буффон должен быть намного выше политики, намного выше любых противоречий. Это как раз та фигура, которая должна была объединить город. Как бы там ни было, лично я помню Джиджи как одного из нас. Простого парня, как и мы, который ездил на маленькой Веспе, белой, модели Special, улыбчивого, который сумел развить те способности, которые у него были. И особенно хорошо проявил себя в трансформации. Недаром его здесь постоянно приводят в пример. Потому что многие ребята здесь, например, тренер может сказать, «Ну, у него сейчас не получается, он слабый, это не его позиция» и так далее. А у нас есть Буффон, который до 12 лет играл в полузащите, а потом стал номером один в мире в роли вратаря. Так что люди говорят, совсем не факт, даже если у мальчика не получается раскрыть свои способности на одной позиции, что не сможет это сделать на другой. И Джиджи воплотил в себе именно это. В этом его важность. Он пример для всех ребят, которые играют в футбол. Джиджи, предлагаю снова разбавить вопросами. Ты наверняка знаешь вратаря сборной России в прошлом, Игоря Акинфеева. Наверное, самый известный вратарь России последних лет. Ты даже ему записывал недавно поздравление, он тебя очень сильно благодарил. Просил меня передать тебе спасибо за это поздравление. У него тоже есть вопрос. Ему сейчас 36 лет, он играет в футбол и собирается играть дальше. Он записал вопрос для тебя, давай ты посмотришь. Джан-Луиджи, добрый день. Я очень рад, что через номер или через видеосвязь я могу хотя бы маленький свой вопрос задать. Я очень знаю, что футбол – энергозатратный вид спорта, тем более для голкипера. Эмоциональный фон не всегда хороший. Плохое настроение, пропущенные голы, много разных факторов, травмы. Но мне очень всегда было интересно узнать, откуда вы черпаете свою мотивацию, потому что играть на таком высоком уровне, ну, давайте так скажем, в 43-44 года не каждому голкиперу дано. Поэтому мне очень хочется знать и лично от вас узнать, откуда вы это все берете. Во-первых, спасибо Игорю, потому что он был и, по-моему, и сегодня остается великолепным вратарем. И я помню, что когда говорил с Фабио Капелло, он мне сказал то же самое. Он сказал, в России есть очень сильный вратарь. И мне важно сказать это, потому что он этого заслуживает. Что касается меня, это вопрос, который мне задают многие. Где мне удается доставать энергию? И иногда я не в силах ответить на этот вопрос. Я знаю, что когда я играю, прежде всего, я не хочу облажаться. Так что здесь вступает в дело сфера личной гордости. И для меня это очень важно, потому что хоть этого и не видно, я очень гордый человек в том, что для меня принципиально. Вторая вещь. Когда я играю, я делаю это для себя самого, конечно же. Но я также всегда играю за своих товарищей по команде, за клуб и за его болельщиков, за людей. Потому что я чувствую, когда я на поле, насколько люди, мои болельщики, верят в меня и надеются на меня.
И это большая ответственность. Мне не хочется разочаровывать их. Я не хочу обманывать их ожидания. Когда я проигрывал, мы с командой проигрывали важные матчи, скажем, финалы Лиги Чемпионов или финал чемпионата Европы. Честно говоря, лично мне было плевать. Меня лично это не сильно мучит, потому что я спортсмен, я знаю, что иногда ты побеждаешь, а иногда проигрываешь. Бывает, что соперник сильнее, это надо принимать. Но мне всегда очень обидно за людей. И мне кажется, что это очень и очень важно. Потому что я до сих пор продолжаю играть и считаю, что все еще играю очень хорошо. По-настоящему высоком уровне. Потому что знаю, что, во-первых, люди счастливы, когда я играю. Потому что я вижу, что они чувствуют уверенность. И я не хочу разочаровывать их. Я знаю, что пока я на поле, я буду показывать очень хорошую игру. Потому что бывает мотивация, которая выходит за пределы только личного и футбольного измерения. Джиджи, тоже моя личная история. Я комментатор. Я комментировал матч в 2018 году Ювентус-Верона. Твой тогда последний матч за Юве. Я плакал в эфире. Практически я плакал в эфире, потому что кумир моего детства, Джанлуиджи Буффон, последний матч проводит за мою любимую команду. Это было очень трогательно. И эти слезы, болельщики, твоя семья, игроки Ювентуса, твои слезы. И это была... потрясающая картина. Почему ты продолжил? Ты знаешь, я продолжил по двум причинам. Нет, по одной. Да, по двум причинам. Во-первых, я фаталист. Поэтому с Юве мы договорились так. Мы закончим сезон 2018-го, я отыграю чемпионат мира и закончу. Потом так вышло, что Италия не отобралась на чемпионат мира. Но с Ювентусом, поскольку я хорошо знаю, что происходит в Юве, понимаю, как они планируют будущее, и я был капитаном Юве 8-9 лет, поэтому я напрямую знаю все, что происходит в клубе. Я решил не менять свое решение относительно Ювентуса, в том числе потому, что они в тот момент уже купили вратаря, который должен был меня заменить. Поэтому, если бы я остался, я бы создал проблему. А я так люблю Юве и уважаю там всех, что не хочу создавать проблемы. Пока я играю, я отдам все, что у меня есть. Но как только я вижу, что возможен какой-то дискомфорт для кого-то, я ухожу и иду своей дорогой. Поэтому я не изменил решение. И президенту Аньеле тоже сказал, что заканчиваю карьеру. Это был февраль-март. И вот в марте мой агент приезжает в Турин и говорит мне: «Джиджи, ну так что ты будешь делать?» Я отвечаю: «Да все, заканчиваю играть, я же сказал, что закончу». И он смотрит на меня и говорит: «Могу я тебе сказать одну вещь?» Я отвечаю: «Конечно, мы 30 лет знакомы с моим агентом, он для меня как член семьи». Он говорит: «Мне очень жаль, что ты заканчиваешь». Я спрашиваю: «Почему тебе жаль?» Он отвечает: «Потому что, по-моему, ты все еще очень сильный. Ты все еще очень-очень силен. И мне было бы жаль, если бы ты сейчас бросил играть». И я отвечаю тогда: «Слушай, Сильвано, я тоже еще чувствую себя сильным, но приходит же момент, когда надо заканчивать, ведь так? И, наверное, лучше закончить, когда ты на пике, чем когда начинаешь сдавать. Но я тебе скажу, если тебе позвонят из Барселоны, Реала или ПСЖ, скажи им, что я могу передумать». Но, честно говоря, я шутил. Я даже близко не думал, что какая-то из этих трех команд может меня позвать в 40 лет.
Но в конце апреля Сильвиано, мой агент, звонит мне и говорит: «Джиджи, у меня есть для тебя новости». Я говорю: «Чего?» Сам-то я уже было начал думать над своей послефутбольной жизнью, готовил все к этому. Он говорит: «Мне позвонили из ПСЖ». И тогда я говорю: «Матерь Божья, Сильвиано, я уже готовился к тому, как буду жить после карьеры». И он отвечает: «Ну, ты можешь не ехать, если хочешь». Но я попросил время на размышление. Я подумал где-то 3-4 дня, обсудил все с детьми, с женой. Я предупредил Ювентус, президента Аньелли, сказал: «Слушайте, тут вот со мной случилась вот такая история». Я признался, что не сказал им «нет», потому что это предложение было мне искренне приятно. Во-первых, оно было очень амбициозное, потому что ПСЖ играет на победу в Лиге Чемпионов. Я ехал в клуб, который выходит на первые роли, экономические условия просто фантастические, и еще кое-что, что мне нравилось, возможность попробовать что-то новое, оказаться за пределами Италии. Это тоже была сильная мотивация. Поэтому они приехали в Турин. Я поговорил с ними, предупредил президента Аньелли, Юве, сказал: «Слушайте, ребята, мне жаль, но я не заканчиваю, потому что не могу отказаться от этого опыта, потому что в нем слишком много хорошего, я просто не могу отказаться». Поэтому я подписал контракт с ПСЖ практически на 2 года. А потом я приехал в Париж и провел там великолепный год с точки зрения жизненного и спортивного опыта. Знакомство с игроками, с руководителями, с тренерами. И все они потрясающие. Они помогли мне стать еще сильнее. И там я тоже нашел огромную любовь и уважение со стороны людей, потому что болельщики ПСЖ очень страстные, фанатичные. Каждый раз, когда я гулял по Парижу, меня останавливали и говорили: «Джиджи, это мечта, что ты здесь. Мы гордимся, что за нас играет такой вратарь, как ты». А мне было 40 лет. И для меня это было как родиться заново. Год в Париже, с этой точки зрения, был одним из важнейших для продолжения моей карьеры. Так что я поехал в Париж. Джиджи, еще одна личная история. Это, конечно же, чемпионат мира. Мы все верили в России, что ты приедешь на чемпионат мира в Россию, это будет твой 6-й чемпионат мира, и ты войдешь в историю. Но это не случилось. Большое разочарование для российских болельщиков. Я слышал версию, что если Италия поедет в Катар, и это одна из причин, почему ты играешь в футбол дальше, что ты можешь поехать в Катар на чемпионат мира в составе сборной Италии. Это правда? Я не знаю, справедливо ли так говорить. Такие вещи должны случаться, если они заслужены, если имеют смысл. Последние годы я нередко улыбался, потому что многие спортсмены говорили: мол, Буффон продолжает играть, потому что может выиграть Лигу Чемпионов. Я сам часто в интервью говорил: да, я продолжаю играть, чтобы выиграть Лигу Чемпионов. А сейчас многие продолжают говорить: он продолжает играть, потому что хочет поехать на чемпионат мира. И когда меня об этом спрашивают, я поддакиваю: да, поэтому играю. Но вообще-то дело не в этом. Я продолжаю играть прежде всего, потому что чувствую, я все еще очень силен. И еще я продолжаю играть, потому что чувствую себя художником, который, когда играет, выставляет на показ свое искусство. И ничего не может принести тебе больше радости, чем это. И знаешь, почему я играю не ради Мундиаля или Лиги Чемпионов? Потому что я в своей жизни не раз принимал решения, которые показывают, что я никогда не делал выбор ради личных целей. В противном случае я не стал бы играть в серии Б с Ювентусом, и потом еще 2 года не сидел бы без Еврокубков в Ювентусе. Я бы не приехал в этом году в Парму, в серию Б, а пошел бы в команду, которая играет в Лиге Чемпионов. Я играю по тем причинам, о которых я тебе сказал. А рекорды и все прочее — это обычные последствия того, что человек заслуживает.
И если я поеду на чемпионат мира, если так случится, то это будет потому, что я заслуживаю, а не потому, что кто-то сделает мне подарок поехать третьим вратарем. Уже сам факт знать заранее, что я пойду третьим вратарем, он меня не стимулирует. Я себя чувствую так, что ехать третьим на чемпионат мира — это наказание, потому что это было бы несправедливо, понимаешь? Поэтому я бы предпочел принять другое решение. Для меня в основе спорта лежит меритократия, заслуги. То, чего человек заслуживает, спорт обязан ему дать. Если он тебе этого не дает, то каждый делает выбор, который ему кажется правильным. Но, конечно, мне очень приятно, что рассматривается такой вариант. Но сейчас есть проблемы и посерьезнее. Италии предстоят стыковые матчи. И они будут очень сложными. И вот это будет действительно большое огорчение. Вероятность, что Италия 12 лет подряд будет пропускать чемпионат мира. Вот это было бы очень жалко. Но для кого? Для меня? Нет, для людей. Для итальянских болельщиков, для истории Италии, не для меня. Мне все равно. Я здесь, я все равно отлично себя чувствую. Я прекрасно провожу время, играя за Парму, за ее болельщиков и за всех тех, кто меня любит. Мистер, а где мы сейчас находимся? Сейчас мы в парке Читаделла. Это вот вход, бастионы городской цитадели. А внутри было главное поле, где тренировался основной состав. То есть команда Парма тренировалась в парке городском? Да, да, основной состав тренировался в городском парке, где гуляли все пенсионеры, которые всегда приходили сюда посмотреть на команду. Тут были вот все вот эти старички, которые подходили к игрокам и говорили с ними. Это было чудесно. Это была такая характерная особенность, отличавшая Парму после того, как она вышла в серию А. И, надо сказать, сохранявшаяся долгое время впоследствии. Это кое-что говорит об особенностях футбола в 90-е годы. Это была последняя эпоха футбола, хоть и профессионального, но какого-то домашнего, что ли, так или иначе более простого. Когда клуб Парма тренировался на поле, которое было огорожено совсем невысокой простенькой сеткой, а вокруг активно гуляли горожане, особенно пожилые люди, которые по утрам ходили посмотреть на тренировки Пармы. Тогда не существовало так называемых тренировок с закрытыми дверями, куда не могли попасть болельщики. Потом все поменялось. Сегодня есть база Коллегио, вы, думаю, видели ее. Это действительно совершенно другой мир. И Буффон ворвался в тот вид футбола, в тот контекст. Скорее всего, ему было начертано судьбой, потому что он пришел в Парму, когда начал играть в воротах, в 13 лет, и всего 4 года спустя дебютировал в серии А. Это, на самом деле, довольно сложно представить. В самом центре города тренировочное поле, открытое для практически всего города. И здесь на виду всех такие люди, как Каннаваро, как Тюрам, как Буффон, уже большие чемпионы. Как все это происходило? Ну, футбол в конце 80-х, начале 90-х годов был немного другим. И часто возникали такого рода ситуации. Еще не было ультрасовременных спортивных баз, полностью закрытых, куда никто не мог попасть. И Парма, попавшая в серию А в начале 90-х годов, тренируясь на этом поле в парке Читаделла, в самом центре города, рядом со стадионом, мы тренировались, переодевались на стадионе и шли пешком тренироваться сюда. И это было совершенно обычное дело. Благодаря этому мы выиграли немало европейских турниров, так что это было нормально. Игроки жили в активном симбиозе с городом. И это была особенная вещь со многих точек зрения, хотя сейчас футбол изменился, и структура клубов выстроена иначе. Такая именитая, титулованная уже Парма, как она могла оставаться маленькой локальной командой? Я уверен, что интерес к ней по всему миру
повысился до небывалых высот. С одной стороны, был великий клуб с огромным потенциалом. С другой, футбольные традиции здесь зародились в 1913 году, и клуб всегда оставался городским. Принадлежал нашему городу. Болельщики Пармы вплоть до тех лет ограничивались этой областью. Потом, разумеется, благодаря победам на мировой арене фанатские клубы стали появляться по всему миру. Не стоит забывать, что мы говорим о Буффоне, но здесь бывали великие аргентинцы, великие бразильцы. Когда приехал Наката, например, японцы толпами приезжали сюда, потому что он был символом японского футбола. Здесь были великие игроки от каждой страны, ну, почти. Это объясняет, как клуб, с одной стороны, прославился своими победами и своими звездами, и в то же время понятно, почему игрокам здесь было хорошо. Именно потому, что здесь можно было вести размеренную, простую жизнь, без лишних проблем. Буффон мог приехать сюда на мопеде? Я знаю, что он практиковал поездки на веспе. Да, Буффон приезжал сюда на крошечной веспе, которая держалась на соплях. Он приезжал на ней и потом возвращался после тренировки. А вообще, все футболисты, которые приходили сюда после тренировки, подсаживались к мальчишкам на мопедах, которых здесь было полным-полно, и возвращались на стадион. Джиджи, мне кажется, футболисты твоего поколения, они имели харизму. Они круто проводили молодость, мы сейчас это поняли. Они умели жить, они были яркими на поле. Сейчас у меня есть ощущение, что молодые футболисты, новое поколение, они скорее как роботы. У них нет харизмы, они лишены индивидуальности. Нет таких ощущений? Да, но дело не в футболистах. Мне кажется, это проблема поколений. Не то, чтобы это поколение хуже или лучше нас. Это поколения, которые выросли иначе, чем мы. Я вижу это и на своих детях. И неизбежно, с некоторых точек зрения, я вижу, что они гораздо слабее, чем мы. Мне кажется, у нас, я буду говорить за себя, мое образование школьное, уличное воспитание, опыт, который у меня был в жизни, ежедневный опыт на улице и в школе с моими друзьями, это опыт, который иногда доходил до крайности, где-то выходил за рамки закона. Ну, например, в фанатских историях я мог где-то даже перебарщивать. Но этот опыт воспитывал меня, формировал меня, что-то давал мне. Давал определенную уверенность и понимание. С помощью этого опыта я мог взвесить себя и понять, чего я стою. Нынешнее поколение, мне кажется, не отдает себе отчета в том, что оно собой представляет. Они не знают, как смогут справиться с какой-нибудь непривычной ситуацией, в которой могут оказаться, как они будут себя вести в ней. Они не понимают, насколько их уважают окружающие, как вообще к ним относятся. И, по-моему, это проблема, потому что, в конце концов, она превращается в экзистенциальную проблему. Ты никогда толком не знаешь, кто ты и чего стоишь. Джиджи, вот конкретная история про поколение. Золотой мяч, главный приз футбола, до сих пор выиграют игроки только 80-го года рождения, 80-х, из 80-х. Это и Роналду, и Месси, и даже Модрич, и даже Левандовски, который не выиграл, но был ближе всех, он тоже родился в 80-х годах. Из 90-х никого, из 2000-х тоже. Разве это не пример того, что ваше поколение, а вы могли ошибаться, вы не были, может быть, идеальными, но вы имели харизму на поле, а нынешние, они должны быть очень правильные. И при этом они теряют индивидуальность. Да, есть логика в таком рассуждении. А все мнения, в которых есть логика, заслуживают уважения и подталкивают к дальнейшему размышлению. То, что касается Роналду, Месси, Левандовского, это, безусловно, иконы, у которых была и, по-моему, до сих пор есть мечта достичь чего-то.
Счастье от того, что тебе что-то удается. Счастье, что ты сделал что-то особенное. Потому что когда ты проходишь через какие-то сложности, особенно когда ты маленький ребенок, и тебе чего-то не хватает, например, в плане обеспеченности или в каком-то другом, мне кажется, что у тебя вырабатывается сильное желание, стремление, голод для того, чтобы добиться результата. И ты не можешь его забыть, потому что ты вышел из зоны дискомфорта, и тебе ни в коем случае не хочется туда вернуться. Поэтому ты гораздо сильнее дорожишь тем, что делаешь. E quindi ci tieni molto di più a quello che stai facendo. Я знаю, что контракт Буффона заканчивается в конце сезона, так? В зависимости от того, как мы выступим и в какой лиге будем. Поднимемся, продлим еще на сезон. Но, допустим, в следующем сезоне Парма останется в серии Б. Буффон... Надеюсь, что нет. Он сам решит, что ему делать. Джиджи такой человек и такой футболист, который сам решит свою судьбу. Это очевидно. Сейчас Буффон — футболист. Но придет день, когда он закончит игровую карьеру. Как вы думаете, кем будет Джанлуиджи? Директором, тренером, может быть, агентом, я не знаю. Это самая важная вещь, над которой игроку стоит задуматься после завершения карьеры и выбрать свой путь. У кого-то остается страсть к работе на поле, другие хотят быть менеджерами или работать на телевидении. Мне кажется, он будет скорее управленцем. Будет работать в клубе, будет очень важной персоной в каком-нибудь клубе. Я не знаю, что он думает на этот счет, если честно. Мы на эту тему с ним не говорили. Но вообще он может все. Это же Джиджи Буффон. Но пока он всеми мыслями в своей игровой карьере. Сейчас он... Пока он мыслит как игрок. Мы не знаем, что принесет нам будущее, потому что он всегда поражал нас своими решениями. Этим летом перебрался в Парму, несколько лет назад уехал в ПСЖ. Я бы не стал заранее отметать идею о его возвращении в Карарезе. А вы верите, что история Буффона и Карары еще может быть не закончена? Потому что человек не знает границ и планирует продолжать играть, и он уже вернулся в Парму, и после Пармы он может еще вернуться и сыграть за Карарезе. Будет ли это вашей мечтой? Это было бы здорово. Было бы здорово. Для всех нас это была бы мечта. Мы всегда мечтали и надеялись, что он приедет сюда не как президент, а как игрок, чтобы мы снова могли мечтать. А Карарезе вышла в серию «Б», и наша мечта сбылась. Когда Джанлуиджи завершит свою карьеру, как вы думаете, с каким заголовком выйдет газета «Ди Парма»? Во-первых, надеюсь, что писать эту статью не мне, потому что это было бы очень грустно. В любом случае, мы напишем, что величайший вратарь мира завершил карьеру в Парме. И город должен этим гордиться. В надежде, как мы все думаем, что в этом его приезде кроется и возможность, что впоследствии он останется в клубе как руководитель. Как важная фигура, которая знает итальянский и мировой футбол. И что это будет прощание лишь с игровой карьерой в футболе, а не с Пармой. Кем точно не будет Буффон по завершению карьеры? Он точно не будет тренером вратарей. Почему? По-моему, он стремится к другой карьере. Уровнем повыше, чем тренер вратарей. И еще надо кое-что добавить. Когда человек, ну, не знаю, может ли великий вратарь стать просто тренером вратарей? Нет, потому что у него все получалось легко. Так что ему будет сложно научить кое-кого некоторым вещам. Он-то это умеет, потому что великим вратарям всегда было сложно стать великими тренерами. Проще бывает тем, кто старается, учится, потому что хочет добиться результата. Он же скорее многое воспринимает как само собой разумеющееся, потому что ему это слишком легко давалось.
Помню, когда он завершил карьеру в сборной, мы созвонились, и я посоветовал ему, скорее учитывая, какой фигурой он является и что он выстроил в ходе своей карьеры, своей жизни, я посоветовал ему скорее роль руководителя. Я скорее вижу его руководителем, чем тренером на поле. Вы сейчас работаете директором футбольной школы в Парме, которая не имеет отношения к клубу. Это для вас больше хобби, социальная нагрузка. Как вы к этому пришли? И как вы думаете, вот Буффон сейчас закончит карьеру, он может к вам присоединиться в каком-то качестве и тоже делать что-то для города, для футбола в Парме? Ну, для нас это было бы большой честью. Но мне кажется, что Джиджи вполне логично питает более серьезные амбиции касательно периода после окончания игровой карьеры, когда это случится. Я думаю, что итальянский футбол нуждается в такой фигуре, как Джиджи. Так что он может прийти к нам как гость, навестить нас, разумеется. Мы были бы сказочно рады, если бы он решил поработать у нас. Но я думаю, что такой человек, как Джиджи, это достояние, которое выходит за рамки игрового измерения и может стать достоянием и в роли управленца. Так что я надеюсь, что Парма, сборная, Юве привлекут его и на руководящие роли. В истории не столько Италии, сколько Европы есть целый ряд футболистов, которые решили пойти в политику. Например, Виа. Конечно же, он в Либерии стал президентом, но и Окаладзе, к примеру, тоже серьезный и позитивный опыт в политике. Это нелегко, потому что, разумеется, это совершенно разный опыт, и, возможно, Италия чуть менее готова к футболисту, который занимается политикой, потому что у футболиста в среднем довольно-таки негативный образ. Но вообще-то заниматься политикой означает суметь так или иначе представить мысли людей. А он очень эмпатичный человек, который умеет создавать связь. Он делал это, играя. Политика, разумеется, очень отличается, но его опыт точно мог бы ему помочь. Потому что он лидер на поле. А когда ты занимаешься политикой, ты должен быть лидером. Должен вести за собой людей. И я в этом уверен. У Буффона это качество есть. Он никогда не перебарщивал с политкорректностью. Мне кажется, уметь сказать что-то свое, что на самом деле думаешь, в политике на самом деле важно. Уметь показать, что отличаешься от других. Важно суметь убедить людей, вовлечь их, дать им почувствовать, что их кто-то представляет. И эти качества, эти таланты у него точно есть. Ну а там посмотрим, что ждет его в будущем. Я думаю, что харизма, которая у него есть, поможет ему на любом пути, который он выберет в будущем. Я слышал, что были случаи, когда ты мог оказаться на постсоветском пространстве, играть или в России, или в Украине. «Шахтер», говорят, мог тебя приобрести, подписать. Даже слышал версию, что в 2018 году «Локомотив» это мог сделать. Сейчас пишут про «Спартак», писали. Хоть раз, ты мог быть в России? Guarda, ti dico la verità. Ты знаешь, скажу тебе правду. Единственная команда, с которой я... Quale io? Джан-Луиджи Буффон разговаривал напрямую, был Шахтер Донецк. Донецкий Шахтер в 2016 или 2015 году. Мы с Луческу поговорили. Это был опыт, который мне казался привлекательным. Знаешь почему? Я тебе скажу почему. Донецкий Шахтер, против которого я играл с Ювентусом. Это конкурентоспособная команда. Команда, которая играет в Лиге Чемпионов. Да, может, ей трудно пройти стадию 1-8, но это качественная команда с высоким индивидуальным классом игроков. Они играют в Лиге Чемпионов и могут вылететь в первом раунде плей-офф, а могут дойти до финала. А меня это и интересует. Мне не интересно играть в самой сильной команде. Потому что, вероятно, в лучшей команде я уже играл, наверное, год в Юве. В 2005 году это была наша сильнейшая команда. Но мне интересно играть за тех, кто борется за титулы и может их выиграть. Чтобы я знал, что если я туда попаду, то мы сможем немалого добиться. Джиджи, и последнее. Видео твоего друга и какая-то история. Этого человека ты знаешь очень хорошо. Он твой друг. Мы специально попросили его записать видео, и чтобы эта история получила интерпретацию от тебя. Давай посмотрим.
Ди Джоне, чтоб тебя. Обнимаю, старик. Я знаю, что ты даешь интервью этим классным ребятам. Но расскажи им про день накануне финала Кубка мира. Когда мы поехали смотреть поле в Берлине и увидели французов, которые тренировались в безрукавках. Что ты мне тогда сказал? Помнишь? Ты у меня в сердце. Я тебя люблю. Ты номер один. Ты невероятный. Обнимаю. Пока, брат. Пока, пока. Чао. Что там случилось? Он один из немногих настоящих друзей, которые у меня есть в футболе. С Рино мы разделили очень много, особенно в сборной, потому что в клубах мы никогда не играли вместе. Сейчас, когда я уже взрослый, я могу тебе сказать, я понимаю многое, что происходит внутри команды. И я понимаю, что наличие такого игрока, как Рино, в любой команде — это определяющий фактор. Потому что у него была способность создавать в команде обстановку, энергию единства, которая была уникальной и особенной. И пусть сегодня многие продолжают говорить, что Гаттузо играл только на характере, много бегал и все такое. Нет. У него и с техникой было все в порядке. И к тому же у него была душа. И он делился ей и с другими. И когда ты встречаешь таких людей, таких игроков, команда, за которую они играют, просто обречена на победы. Поэтому, по-моему, многие успехи Милана и сборной тоже — это заслуга таких игроков. А что случилось? История чем закончилась? Случилось вот что. Мы выиграли у Германии в полуфинале, и мы все уже думали, что взяли кубок. Эйфория того момента. Ты в Дортмунде, побеждаешь Германию на забитом стадионе. Внутри уже полное ощущение, что ты выиграл. Не хватает только последнего шага, финала. Но тебе уже кажется, что все, дело в шляпе. И за день до матча мы едем тренироваться и проезжаем на автобусе поле, где тренировалась Франция. Я помню, был жуткий дождь. И я поворачиваюсь, смотрю на французов. И они все были в майках с коротким рукавом. Они все выглядели как шкафы, огромные мышцы, просто машины. И я смотрю на них, поворачиваюсь к Рино. А Рино же такой, чуть пониже, коренастый. И я говорю: «Рино, мы что, завтра вот с этими играем?» По-моему, в физике, по крайней мере, у нас проблемы. Покатились со смеху, как сумасшедшие, потому что ты понимаешь, что иногда, когда ты погружен во что-то, тебе трудно сохранять ясность ума. Ты просто не понимаешь, с чем имеешь дело. Мы, как я тебе сказал, после победы над Германией были уверены в успехе в финале. Но со временем я увидел, насколько сильные были игроки у Франции. Просто чума, а не команда. И, возможно, будь мы чуть потрезвее умом, мы бы проиграли. Мы бы уже играли со страхом, как будто уже проиграли. Мы же, напротив, были уверены, что выиграем у феноменальной, на мой взгляд, команды. Джиджи, grazie mille. У нас еще есть один подарок для тебя. Из России снова небольшой подарок, но это будет как конкурс, друзья. Мы просим вас угадать, что мы подарили Джиджи Буффону. Я такую небольшую подсказку дам. Вот что в этой коробке и что в этом пакете. Вы отвечаете, надеюсь, правильно. Кто первый отвечает правильно, получает от нас приз. Сейчас аккуратненько. Это вот эта картина, фотография, точнее, картину подарили. Это фотография, которую Джиджи может подписать. Если ему не сложно. А, там еще и Боба Вьери, да? Боба Вьери. Я здесь подпишу, хорошо? Эту картину мы разыграем среди наших зрителей. Эго ква. Готово. Grazie, Джиджи. Prego.
Вам спасибо. Вы были очень милы. Мне было очень приятно провести с вами время. Большой привет всей России и всем российским вратарям. Обнимаю, Джиджи.